Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Успения Божией Матери в Архангельском Чурикове, руководитель миссионерско-просветительского центра «Шестоднев», протоиерей Константин Буфеев. Здравствуйте, отец Константин! Я рад нашей очередной встрече в эфире. Сегодня тема нашей передачи – научный и богословский взгляд на теорию эволюции. Отец Константин, зачем верующему человеку, православному христианину, задаваться вопросами об эволюции? Не лучше ли подумать о молитве, о борьбе со страстями, об отношениях с ближними? Почему именно вопросы эволюции так актуальны сегодня? Их поставила жизнь, и церковь на эти вопросы должна уметь решать, давать ответы. Если бы эволюционное учение не было так распространено сегодня в мире, если бы его не преподавали в школах, в институтах, если бы многие не были убеждены в том, что оно истинно и соответствует объективным научным фактам, то можно было бы эту тему вообще не начинать, оставить для узких специалистов. Но, к сожалению, большинство современных людей, как-то не сильно задумываясь над этим, просто верят, что человек произошел от обезьяны, что мир существует миллиарды лет, самопроизвольно начавшись от некоторого большого взрыва, что будто бы это объективные, достоверные научные факты, с которыми даже спорить нельзя, как нельзя спорить с формой Земли или с какими-то еще такими установленными очень достоверно и основательно темами. К сожалению, именно теория эволюции, она не имеет ни одного научного подтверждения. Если бы такие подтверждения были, так тему можно было бы давно закрыть. Ее никто не наблюдал, ее никто не моделировал, никто не может сказать, что я видел, как один вид произошел из другого вида. Или как, допустим, какое-то это изменение там, из древних палеонтологических отложений было чем-то одним, а потом вдруг или постепенно стало чем-то другим. Мы видим один вид, потом видим другой вид. Принципиально другой. А принципиальные, а гипотетические отношения, как оно могло бы быть мелкими изменениями одного в другое, его не наблюдал и не описывал, к сожалению, никто. Кому же тогда нужна теория эволюции? Вообще, зачем она оказалась нужна людям? С какой целью ее создали, с какой целью поддерживают? У человека всегда возникает вопрос о начале, об истоках. Как появился человек, как появилась жизнь на Земле или во Вселенной, как появилось само вещество. И вот ответов на эти вопросы, их на самом деле два. Христианский православный ответ, что есть Бог-творец, который по своему всемогуществу, по своей премудрости, он создал этот мир из ничего, из небытия привел мир во ежебытие. И за 6 дней творения библейских описанных Бог изящнейшим образом этот мир сделал таким, как мы его видим. Ну, с последующим грехопадением, это уже особая тема. Второй взгляд. Если Бога нет, и мы предположим, что никакого Творца не существует, нужно объяснить, откуда взялось то многообразие животных, растительных форм и всех остальных, наблюдаемых на Земле, минеральных, там, планетарных и прочее. Они же откуда-то взялись? То есть должен быть какой-то процесс, который привел к существующему сегодня этому многообразию. И приходится, или наблюдать его надо, этот процесс, фиксировать научными способами, но пока ничего зафиксировать не удалось. Или гипотетически предположить, что есть некие механизмы, которые были бы пригодны для объяснения этого. То есть получается, что вопрос об эволюции – это на самом деле вопрос о том, есть Бог или нет Бога. И теория эволюции – это такая как бы фикция, которая создает картину мира без Бога и пытается объяснить все видимое, весь окружающий мир не с точки зрения религии и творения, а я какими-то своими человеческими. Я могу уточнить свое видение здесь. Значит, вот вышел как раз в свет буквально недавно на днях мой 3-томник, который называется «Православное учение сотворения». И там 3 разных подназвания, подзаголовка в каждом томе. Разрешите? Да, конечно.
Первое – православное учение сотворения и теории эволюции. Второе – учение о сотворении и классике эволюционизма. И третья книга – православное учение сотворения и модернистское богословие, которое вот вы держите в руках как раз. Так вот, в предисловии ко второму тому «Православное учение сотворения и классики эволюционизма» я написал некое философское видение проблемы во введении, где предлагаю согласиться со мной читателю в выделении четырех разновидностей от предположений веры нашей. Бог есть, Бога нет, эволюция есть, эволюция нет. Каждое из этих двух положений, двух и двух, оно недоказуемо. Спорить и пытаться доказать, сейчас я вам постараюсь всех убедить, что есть Бог, равно как, сейчас я докажу, что Бога нет. Чисто в философском понимании эти вещи, они недоказуемы. И нужно их или как-то принять, договориться, чтобы была общая беседа, единомыслие в понимании. Ровно в том же смысле и ровно в той же степени нужно договориться, эволюция есть или эволюции нет. Потому что я ее тоже не вижу и принимаю на самом деле только на веру. То есть эволюция – это тоже форма веры? Конечно. Вера – это по апостольскому определению уповаемых извещения и вещей обличения невидимых. По-русски перевести. Вера – это уверенность в невидимом и утверждение о видимом, о невидимом, как о видимом. Эволюцию никто не видел, поэтому верить в нее можно, но только по такому внутреннему убеждению. И вот в зависимости от того, как отвечают на эти два вопроса, отношение к Богу, Творцу, существует, не существует, и отношение к процессу эволюции, существует, не существует, каждого человека можно проклассифицировать на одной из четырех этих градаций. Это как раз удается в качестве введения к этой теме научно-философской нам представить. Ну, самое простое – это, конечно, вера в Бога-Творца и отрицание всякого эволюционного процесса. Лучше всех и первее всех эту тему раскрыл пророк Моисей. Он сказал, что Бог сотворил небо и землю. И никакого помощника в лице ангелов, материи, человеков, демонов и каких-то там ангелов Богу не потребовалось. Как Творец Он смог создать мир и привести его из состояния небытия в состояние существования бытия. За 6 творческих дней мир стал таким, каким он есть. Камни, животные, растения и сам человек, как венец творения, они созданы всемогущим Творцом. Эту веру всегда исповедовала апостольская церковь, потому что мы исповедуем Бога Творца неба и земли в символе веры. Мы в богослужениях отмечаем во многих местах эти стихиры, значит, каноны у нас есть, которые как краеугольный камень основы христианской веры говорит именно о Боге как Творце. Это исповедовали святые, исповедовали мученики, умирали за Бога Творца. Поэтому здесь вопрос достаточно понятный и неоспоримый. Есть другая, противоположная философская позиция. Бога нет, а эволюция есть. Вот в этой книге как раз «Православное учение сотворения и классики эволюционизма». Это вторая книга. Да, второй том, о котором сейчас я говорю. Глава посвящена академику Владимиру Ивановичу Вернадскому. Он именно эту позицию, вполне материалистическую, обоснованно, научно пытался представлять в своих трудах. У Вернадского эволюция – это некий геологический фактор. Поскольку Бога нет, а разнообразие живых видов надо, как бы мы наблюдаем, надо объяснять, он сказал так, что материя проходит некие фазы своего развития. От космической фазы через фазу геологическую, в которой однажды возникает, непонятно, правда, каким образом, биосфера. Потом биосфера переходит
вот в антропосферу, сферу человеческого освоения, и уже в ноосферу в будущем, как сферу разума, которая является самой совершенной, и в этом видится неотвратимое движение самой материи. То есть мы как геологический продукт, который не мог не появиться, и Вернадский вводит такое понятие «цефализация». По-гречески «кефалос» – это «голова». То есть увеличение мозга головного, которое от ланцетников, простейших хордовых, вообще не имеет мозга никакого, а через приматов, человекообразных обезьян, доходит до мозга по объему близкого с человеческим. Вот некий такой вектор эволюции, как геологический фактор, призванный преобразить мир. Но Бога здесь нет. И поэтому всякий религиозный опыт – всякое христианское понимание о Творце, о Судии, о Спасителе, об Искупителе, о Церкви, которая появилась как сошествие Духа Святого на апостолов, не вписывается в эту материалистическую концепцию. Тут нет места для духовного утверждения. Только естественный процесс геологический. То есть можно сказать, что поддерживая теорию эволюции, человек отказывается от идеи Бога-творца, отказывается идти по духовному пути. То есть можно сказать, что поддерживая теорию эволюции, человек отказывается от покаяния. То есть это не желание покаяния, на самом деле, теория эволюции. Покаяние тут не предусмотрено, потому что не было грехопадения. Значит, человек и животные в этом смысле это просто разные виды. Ну, Homo sapiens, там, а эти по-другому в классификации являются. И мы вполне братья, как предки общие имеются не только у обезьян, но вообще у всех видов флоры и фауны. Причем возникают они с некоторой неизбежностью, хотя механизмов возникновения, Вернадский все-таки человек великого ума, академик и прочее, он тоже не знал и называть не мог. Откуда взялась первая жизнь? Он считал, что она существовала через все эпохи геологические на Земле. Откуда взялся разум? И как он именно то, что удобнее говорить словами такими библейскими, образ и подобие. Как он мог появиться у тех, кто образа и подобия не имеет? Как могли научиться молиться, допустим, обезьяны? И какое понятие о Творце, само желание обратиться к Всевышнему? Конечно, здесь проще сказать, что нет Творца и нет потребности обратиться к Нему. Естественно, нет потребности мне самому как-то изменяться, приближаться к Творцу. То есть человек как бы освобождает себя от обязанности духовно расти, конечно, получается так. Конечно. Вот, это мы описали две простые схемы, где есть по пророку Моисею вера в Бога-творца, и нет признания эволюции. И есть вера в эволюцию и отрицание Бога как Творца. Интересный комбинированный момент, где человек может верить в Бога, по крайней мере, декларировать свою веру в Творца, и при этом не отрицать, а также верить и декларировать свою веру в эволюцию. Ярчайшим представителем такого философского, и естественно, научно-религиозного направления является, конечно, Тьер де Шарден, который первый, как христианский мыслитель, дал некий синтез, попытку этого синтеза. На первый взгляд все очень логично и даже как бы изящно. Все научные достижения признаются таковыми, как они есть, со всеми сроками миллиардолетними, со всеми, так сказать, методиками и технологиями оценки. А с другой стороны, Библия сохраняется как источник знания о Всевышнем, как божественное откровение. И, казалось бы, Тьеру удалось совместить это в одном флаконе две несмешивающие жидкости. К сожалению, анализ, который я привожу, опять же, в своей книге, и третья глава посвящена как раз Пьеру Тьеру де Шардену, позволяет утверждать следующее. Очень сомнительно научное основание, на котором Тьер свои выводы делает, там фальсификация стоит на фальсификации. Потому что он был открывателем пилтдаунского человека, который разоблачен как подделка.
личное участие его в этой сенсации, шумихе, которая много лет, даже десятилетий будоражила умы современников. Он оказался описателем так называемого синантропа, который куда-то исчез неожиданно. И вопрос, был ли он вообще, это на совести опять того, кто никак не... Просто нашли, а потом пропало. Какой-то переходный вид, да? Нет, это было как самостоятельное, очередное звено вот в этой как бы концепции антропологической, но фактов-то нет. Иванский человек, тоже пятикантроп, который оказался тоже фикцией. То есть Птиер участвовал в создании тех промежуточных звеньев между обезьяной и человеком, в которые он верил, которые он хотел открыть и которые он даже открыл. Но, как оказалось, это все не, как бы не настоящие истинные честные раскопки, а вот выдумка, фикция. Зачем нужно было делать эти фиктивные раскопки? Зачем так нужно было стараться доказывать теорию эволюции? Непростой вопрос, но, видимо, очень хотелось. Потому что он так был убежден в том, что они не могут не быть, эти вот промежуточные звенья, что нужно было их просто найти. Ну, вот я их типа нашел. Вот само желание, вот уверенность в своей гипотезе, вопреки здравому смыслу, вопреки честности, вопреки фактам, вопреки научным вообще вот каким-то методическим исследованиям. Вот. Это что касается научного основания. А что касается религиозного, богословского основания, там еще хуже. Получилось, что, как раз я подробный анализ в книге даю, его учения, получилось, что вроде как декларируется вера в Бога, но Бог не есть Творец, потому что творение продолжается вот от Большого Взрыва до наших дней. Бог все продолжает творить. Творение идет, идет, идет и бесконечно будет идти. Бог не есть судья наказующий, потому что в этой концепции нету точки на временной оси грехопадения. У Адама и Евы были предки, они также занимались какими-то жизненными функциями, там, пожирали себе подобных, там, борьба за существование и прочее. То есть, как бы, нету возможности покаяния, даже начала обращения к Богу. Нет наказания Божьего за грехи человеку. И получается, что естественный процесс, но контролируемый и наблюдаемый Творцом. Он как бы так идет, и вот вопреки всем евангельским и ветхозаветным родословиям, вопреки вообще временной шкале, которую Священное Писание нам предлагает, тысячелетней, это все как бы идет, но при этом говорится, что вроде мы в Бога верим, но он даже не пытался трактовать как-то благочестиво шестоднев и вообще ветхозаветные страницы. Просто отказался от этой темы, будучи священником католическим и иезуитом, будучи богословом, и будучи критикуемым при этом своими же собратьями-католиками. Очень большая критика на него была среди современников. И очень справедливая критика, надо сказать. Получается, что отрицая, точнее, принимая и эволюцию, и Бога, человек дает концепцию научно несостоятельную, с одной стороны, а богословски ее нельзя не оценить как просто еретическую, как просто неправославную. И даже она более неправославная, чем в целом у римокатоликов. Вот интересный такой парадокс. Интересно, потому что, придерживаясь этой концепции, человек отрицает грехопадение, отрицает покаяние, то есть отрицает, опять же... Да. Да. Духовный путь. Ну и будущее, если смотреть не только назад, на истоки, было ли сотворение, было ли грехопадение, в будущем эволюционная концепция подразумевает плавное, бесконечное, такое неизбежное, причем и по Тейяру теологического эволюционизма, и по Вернадскому безбожного, атеистического эволюционизма, некое хорошее развитие. Учение о ноосфере, которое Тейяр де Шарден отождествляет с Царством Небесным.
То есть без второго пришествия, без того, что будет новое небо, новая земля, без апокалиптической темы. Просто мы плавно войдем через развитие вот мозга, интеллекта, техники, благочестия и всего остального хорошего. Просто войдем в Царство Небесное. И это будет точка Омега, будет Христос эволюции, совсем не евангельское пришествие, когда будет суд, когда придет Сын Человеческий судить всему миру. Вот этих моментов не предусмотрено в эволюционной концепции. Интересно, вы сказали, что Пьер, Пьер де Шарден верил в прогресс. Да. Не является ли идея прогресса противоречащей христианству? Ну, в вашем вопросе, Денис, конечно, ответ содержится. Прогресс – это то, чем занималась Каинова цивилизация в Библии изначально. В святоотеческой традиции акцент всегда делался на благочестие, на личные отношения человека с Богом. И до чего доводит нас сейчас этот технический прогресс и прогресс технологий, мы просто видим. Он губителен для души. Получается, что человек, как некий придаток своих вот этих изобретений и раб их, вынужден просто забывать о Боге, некогда день седьмой отдавать Творцу, некогда прийти в храм, некогда помолиться. А если удается, то все равно это как бы получается немножко отравлено, немножко вот испорчено. Самой даже, если угодно, эволюционной идеей. Ведь и без Бога могло все так получиться-то. Удается философски построить концепцию создания этого мира без Бога. Этим как раз антихристовым таким содержанием эволюционной идеи при синтезе, при попытке ее с библейским основанием соединить. Отличались в древности многие ереси, оригенизм в частности. Вот. И сейчас мы видим, что просто другой Бог, другой Творец, другой Сын Божий, другой Дух Святой, другой Творец исповедуются теми, кто пытается основание эволюционное вот, утверждать. То есть форма вроде бы остается той же, но суть ее совершенно другая. Да, конечно. Еще я знаю, что в вашей книге помимо научного и философского взгляда есть искусствоведческий взгляд на тему эволюции. Да, такое заключение удалось написать. И мне кажется, для меня это первая проба пера. Я никогда не писал искусствоведческих никаких ни рецензий, ни критических заметок. А тут я вообще редко в кино хожу, редко смотрю там какие-то фильмы, тем более редко пересматриваю то, что удалось поглядеть. Не слежу за премьерами. И через 3 года только мне просто показали, мои дети, фильм Никиты Михалкова «Солнечный удар». Вот. Когда я этот фильм увидел, он меня, в общем-то, поразил. Поразил тем, что это попытка зрелого художника средствами чистого искусства. Не научными, не философскими, там, не богословскими тем более, а именно средствами искусства кино дать отношение и оценку к эволюционной теории Дарвина. Я напомню вам и зрителю напомню, как там фабула эта строится, киносюжета. Некий мальчик, Егорий, рассказывает случайному встречному, господину поручику, о том, что у него был учитель, школьный учитель, это такая русская провинция, какой-то волжский городок, там такой быт незатейливый. Учитель говорит, что человек произошел от обезьяны. И, встретив образованного офицера, мальчик желает узнать, правда ли это, каково отношение вот московского или там, питерского, столичного образованного человека к этой теории сомнительной.
А тот отмахивается, говорит, да ладно, там вроде есть другие темы, есть другие проблемы, что об этом говорить. Если учитель сказал, наверное, учитель прав, учителю виднее. А учитель выражает собой такую базаровскую духовную сущность, режет лягушек, показывает скелеты и говорит, что все мы такие же животные, как те, от кого произошли, и это смущает юного героя фильма. Смущает, потому что он алтарник, он благочестивый отрок, он кадила подает в храме своем, он с отцом там Василием постоянно общается, духовником своим, батюшкой. И хочет ответить на вопрос, правда или неправда, что человек произошел от обезьяны. А дальше в фильме, очень это сильно и изящно показано, какие детские интонации. Так что же, получается, что и если мы от обезьяны, и папенька с маменькой от обезьяны, да, получается, что и я от обезьяны, и вы от обезьяны, говорит. Ну, не хотелось бы. Ну, так это вот отмашка, что не хотелось бы. Так государь от обезьяны, и царица от обезьяны, и их детки от обезьян. То есть мы все от обезьяны. И эти фразы, как ни наивно они звучат, как ни так трогательно они воспринимаются с экрана, приводят к некоторому итогу жизни. Этот славный паренек Егорий, честный, искренний, благочестивый, трудолюбивый, он перед утренней обедней воскресной умудрился рыбку наловить, успеть удочкой в реке. То есть у него много таких замечательных добродетелей. Он становится красным комиссаром, который участвует в расстреле тех сотен и тысяч белых офицеров, о чем, собственно, фильм. А в корне вот эта идея. Да. Это некий неизбежный и естественный итог мировоззрения, которое человек воспринял, если бы тогда господин поручик сказал ему, да нет, этого не может быть, ты слушай отца Василия, а не своего учителя. Ты должен понимать, что закон борьбы, человек человеку волк, что выживает сильнейший, это все не так. Есть в мире благородство, есть жертвенность, есть любовь, есть Христос, наконец, есть церковь, которая учит о другом. Не увлекайся этими идеями, они губительны, они не от Бога. Но этих мыслей не прозвучало, об этом никто не сказал. И вот сильная сцена там, когда уже баржу с этими обреченными офицерами, которые сами с ними себя сняли погоны в надежде, что будет примирение, апофеоз примирения, будет дружба там с красными командирами и прочее. Их просто топят в этой барже всех. Он хочет перекреститься, главный герой. Видимо, естественный жест. Он виновник и участник гибели вот страшный, многих честных, благородных людей. Хочет перекреститься, а потом надвигает себе на лоб с красной звездой фуражку кожаную. И, короче, забудем о Боге, не будем никого жалеть, каждому свое. Мы победители, а не жертвы. Закон борьбы. Вот языком кино это удалось показать так убедительно и так как-то неопровержимо, что здесь я лично благодарен Михалкову за этот его фильм. И удалось мне в рецензии высказать некоторые мысли, связанные вот с этими делами. И, конечно, целиком сейчас пересказывать самого себя не хочу и не могу, но рецензия называется, знаете как, само название. «Удар по Самсону. Рецензия на фильм Михалкова «Солнечный удар». Почему по Самсону?» Дело в том, что это тоже, вот только я не знаю, режиссер знал это или нет, или я увидел в фильме больше, чем ему удалось сказать. Там музыкой, фоном, таким главным лейтмотивом за кадром и в кадре является «Сен-Санс», партия «Ария Далилы» из оперы «Самсон и Далила». Это та обаятельница, которая испрашивает у
библейского героя, у судьи израильского, его секрет непобедимости. Как филистимляне могут одолеть Самсона? И вот этим обаянием, этими чарами, тот раскрывает секрет, и эта партия, голос вот за кадром звучит. И в итоге получается, что Самсон, как русский богатырь, как вообще великая церковь, великая нация, великая культура, оказывается в плену у каких-то филистимлян. Вот эта аналогия. А Самсон переводится с древнееврейского «солнечный». Вот знал ли это Михалков, мне интересно. Если я знал, думаю, что знал. Если знал, то он грамотный и тонкий мастер. А если не знал, тут элемент пророческий можно увидеть в его. Вот как бы здесь. Почему эта музыка? Почему такая ассоциация? Почему это так раскрыто, так органично в фильме и так чудесным образом, замечательно выражает тему корней, безбожных дарвинских корней, приводящих к социальным реформам на уровне истребления всех сословий чужих в русском обществе. Дворянство, духовенство, купечество, там, промышленные сословия. Все были истреблены кем? Вот тем, кто призывал к борьбе, к скидыванию оков, пролетариат, могильщик буржуазии, вот по идеологии марксистской. И этот могильщик действительно как могильщик выступил, как победитель в эволюционной борьбе. Получается, что взгляд на происхождение мира и человека очень сильно влияет на поступки человека, на судьбы людей и целых народов. Конечно. Он определяет этику, он определяет мораль, он определяет религиозное состояние. Почему христианство никогда не примет эволюционную концепцию? Потому что сказать, что жизнь – это борьба и выживает сильнейший, эти принципы, они несовместимы с Нагорной проповедью, они несовместимы с законом любви, несовместимы с призывом Христа положить жизнь за други своя, подставить щеку при ударе, не быть агрессивным, не быть злостным, не мстить, не проклинать. Как можно совместить учение евангельское с принципом вот, «человек человеку волк»? Понятно, что это антиподы. И именно поэтому в духовном, в моральном смысле всякое эволюционистское учение, оно, по сути, антихристово. Примеры, в книге тоже я привожу, конечно, примеры тех печально известных социальных болезней 20 века, которые столько жертв принесли. Это коммунистическая идеология, это фашистская идеология, точнее, национал-социализм, вот германского толка, гитлеризм. Это та же китайская культурная революция, ну, тоже на коммунистическом заквасе, там, Пол Пот и прочее. Откуда такие массовые зверства, убийства по идеологическим мотивам? Это эволюционный принцип, переведенный в социальную сферу. Если я победитель, то ты жертва. И у меня есть право, как у сильного, тебя, значит, ну, устраивать лагеря, делать рабом, просто лишать жизни, лишать права на свободу, там, передвижение и прочее. Это печальное следствие чего? Просто идеологии. Вот, к сожалению, это так. Отец Константин, буквально минут 15 у нас остается до конца передачи. Я хочу попросить вас рассказать о вашем третьем томе, посвященном модернистским теориям богословия. Да. Значит, то издание, которое я сегодня вот принес, чтобы его показать, оно действительно задумано не как отдельный том. Том и том. А как трехтомное сочинение. И один из них другой обеспечивает и дополняет. Значит, первый том про теорию эволюции – это чисто как бы богословский церковный взгляд, там две главные части – о сотворении мира и сотворении человека. Что церковь, святые отцы, Священное Писание об этом говорит. О втором томе я сейчас сказал довольно подробно, там три части – это Дарвин, Вернадский и Пьер де Шарден. Учитывая философское введение и искусствоведческое заключение. О чем этот том говорит в целом? Об научных истоках
научных истоках, каковы они, убедительны, достоверны, надежны, подтверждены ли или нет. Вот оказалось, ну, читая эту книгу, можно в этом убедиться, что научного основания, как истоков дарвинизма или учения Вернадского, или богословское осмысление эволюционизма Тьера де Шардена с его гоминизацией. Если у Вернадского была цифализация, то же самое Тьер говорил, как превращение человека вот в высшее существо и эволюционным путем. Оснований нет. А вот третий том, после первого и второго, богословского и научного, приводит примеры отклонений, заблуждений современных авторов и подтверждает актуальность этой темы. Очень важно всегда при любом научном споре и богословском споре ответить на вопрос, а кому это интересно, а кому это нужно, актуально ли вообще об этом говорить? Ну неужели о сотворении не написали до нас за 2000 лет очень мудрые и благочестивые люди? Неужели за 150 лет после Дарвина ученые не сказали все об эволюции и продолжают говорить современными методами, современными теориями там, и прочими? Вот оказывается, что эта тема продолжает быть весьма-весьма актуальна и с точки зрения богословского православного исповедания, и с точки зрения научной достоверности. Потому что такие ошибки, такие несуразности, такие нелепости и безграмотности допускают авторы, которые пытаются совместить библейский взгляд на сотворение мира, с одной стороны, и эволюционную свою веру и концепцию, с другой стороны. Книга состоит из трех частей. Часть первая мною названа «Трактаты в жанре антишестоднев». Эти авторы говорят, что вроде как наука доказала, что не было тех этапов, которые Библия описывает. И опираясь на научные гипотезы, мы можем представить и говорить о Боге в другом ключе, не том, в котором Священное Писание и предание Церкви нам говорит. Антишестоднев – это когда шестоднева не было. Но при этом мы как бы не отрицаем и Библию, и символ веры, и догматическое учение Церкви, хотя реально связать их невозможно. Они противоречат друг другу. Традиция церковная с одной стороны и эти вот разговоры о научных гипотезах с другой стороны. Вторая часть называется «Трактаты в жанре псевдо-шестоднев». Когда некоторые авторы говорят, мы будем признавать вполне буквально день первый, второй и тогда до шестого, но дадим им некое переосмысление. Не так, как пророк Моисей писал, не так, как святые отцы это понимали, а в некотором таком псевдонаучном смысле подтянем науку под шаблон Священного Писания. Что из этого получается, какие несуразности и натяжки, какие тоже неправильности и нелепости, я как раз даю анализ, потому что ясно, что Священное Писание говорит об одном, а научные гипотезы и большого взрыва, там, и эволюционный дарвинизм и прочее, говорят совсем о другом. И говорить, что это все одно и то же, пытаться увидеть в шести днях творения эволюцию да, и прочее, это, конечно, очень грубое искажение и богословское, и научное. И, наконец, третья часть в книге – попытки объединения эволюционизма и креационизма в едином мировоззрении. Вот, казалось бы, как хочется этот синтез найти, как хочется сделать правильный. Вот у Тьера неправильный, а мы сейчас сделаем православный синтез. Попытки эти есть, но ни одной из них удачной привести невозможно. Ну, к примеру, некоторые авторы говорят, вот раньше время было до грехопадения другое, божественное такое, совершенное, не падшее. А теперь время падшее. Сейчас у нас время тления, а до грехопадения было время нетления.
можно соблазниться на этой мысли и даже посчитать ее как бы правдоподобной и верной. Но мы же знаем, что сотворение времени было изначально сотворением материи. Меру времени Бог дал в первый день. И быть вечер, и быть утро, день один. Поэтому мера времени установлена Господом Богом. 6 дней творения – это тоже некий библейский цикл повествования, который вполне четко указан. А дальше дни продолжаются до наших уже, вот, до современности. И не было, как бы, вот само время, оно не было проклято Богом, например, в отличие от земли. Бог землю проклял за грех Адама, а время никто не проклинал. Поэтому течение созданного самой материи времени, оно, конечно, идет и сейчас. Для каждого из нас, для грешника, время – это время его умножения грехов. А для праведника – это время его покаяния и исправления. Апостолы на фаворе, они, конечно, не в тленном времени наблюдали преображение Спасителя, были в благодати Божией и произносили слова про трекущие, и хорошо нам здесь с тобой, и добро бы быть всегда в этом блаженном райском состоянии. Ясно, что это было время, как у других подвижников благочестия, когда преображение идет. Серафим Саровский являет это вот свой фаворский свет является. Понятно, что это не время тления для него и для других святых. А для тех, кто о Боге забывает, для тех, кто сам себя считает лишь зверем и, значит, должен по законам джунглей устраивать отношения с окружающими людьми, время оказывается временем тления, временем погибели, причем вечной погибели. В итоге передачи хочу попросить вас ответить на такой вопрос: чем опасно проникновение эволюционных идей в церковную среду, и что говорят о сотворении мира святые отцы, на которых мы можем опереться? Опасно проникновение в церковную среду любого лжеучения, как проникновение духа века сего. Мирские критерии, они часто очень именно в духовном плане отличаются от божественных заповедей. И мы это видим по всему. Как раз пример эволюционного сознания, он один из самых ярких здесь. Церковь никогда не призывала ни к бунтам, ни к переворотам, ни к кровопролитию, ни к каким-то таким уродливым проявлениям. А мир сей считает нормальным это все и, в общем, живет по законам совершенно иным. Поэтому чем больше церковь стояла бы в благочестии и не смешивалась с этим тлетворным влиянием падшего мира, тем самому миру было бы легче искать светлый маяк, некую веху, эталон, где можно, не участвуя в делах неплодных тьмы, как апостол говорил, паче же обличать. Горе церкви, когда она вовлекается в этот процесс обмерщвления, сама становится каким-то придатком, частью, обеспечивающим политические, корыстные, какие-то очень нечистые планы и намерения. Но к чему мы наблюдаем сейчас вот этот раскол печальный, да, который идет? Это же ясно, что источник не Христос, источник не благодать Святого Духа, источник не церковь. Это влияние очень таких коварных, политических и, в общем-то, антихристово настроенных кругов, которые умудряются путем давления, подкупа, политического влияния влиять на чисто церковные интересы. Поэтому надо хранить чистоту православия, то есть опираться на святых отцов. Потому что они как раз дали пример стояния в вере, незамутненности нашего исповедания, вот его такого апостольского духа, где нет места ни гипотезам, фантазиям об эволюции, ни утверждениям, что, может быть, мы от обезьян произошли, ни каких-то иных таких безответственных и легкомысленных мотивов. И буквально еще остается несколько минут. Я знаю, что в начале каждой книги у вас приведена цитата Серафима Роуза.
Да. Вот расскажите, почему, это справедливо. Почему именно так? Дело в том, что этот труд я не мог не посвятить отцу Серафиму, поскольку тоже считаю себя его учеником и духовным продолжателем. Наш московский центр, миссионерско-просветительский «Шестоднев», главной задачей считает, и это удается с Божьей помощью, вот продолжение правильного отношения к этой теме. Давайте я прочитаю. Да, это, может быть, будет как раз эпилогом. Да, значит, в первом томе посвящение такое отцу Серафиму, который превзошел всех богословов XX века в способности выразить святоотеческое учение о начале и конце. Во втором томе про классиков эволюционизма посвящается иеромонаху Серафиму Роузу, богословские труды которого стали классическим образцом продолжения святоотеческой мысли. И в модернистском, в третьем томе, посвящение такое. Посвящается иеромонаху Серафиму Роузу, который из всех православных пастырей XX века дал наиболее глубокую оценку антихристианской сущности модернистского богословия. Я убежден, что это искренние слова, достойные учителя. И мне приятно, что предисловие к первому тому написал его ученик в Америке, настоятель его монастыря в Калифорнии, иеромонах Дамаскин Христенсен, оно приводится. А предисловие к второму и третьему тому классики эволюционизма и модернистское богословие написал замечательный пастырь и богослов грузинской церкви, иеромонах архимандрит Рафаил Карелин. Я, в общем-то, признателен батюшке за то, что он здесь поддержал меня и дал, в общем-то, свою оценку. Пусть это тоже будет читателю этого труда каким-то кредитом доверия и проявит интерес к нашему скромному трехтомнику. Думаю, многие люди будут благодарны вам, отец Константин, за такой нужный в наше время, за такой полезный, интересный труд. Поздравляю вас с тем, что вышел третий том недавно, что теперь у нас есть возможность читать все три тома, целый трехтомник, как цельный замысел. Да. Такой вот замечательный. Спасибо вам большое за эту беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей. Ну, буду рад, если читатель пользу духовную принесет от вдумчивого и такого серьезного чтения богословской литературы. Помоги Бог нам всем быть в духе и истине. А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма Успения Божией Матери в Архангельском Тюрикове, руководитель миссионерско-просветительского центра «Шестоднев», протоиерей Константин Буфеев. Всего вам доброго и до новых встреч!